отступили. Это еще что за профсоюзное собрание? На выход! Пора идти, потом чай добьете. Немного прогуляемся и возьмем точку. Все, привал окончен. Вперед! Хорошая позиция. Мы ее захватим. Прибыл новый универсальный транспорт. Выдвигаемся. Собираемся. Пора в дорогу. Пулеметчики ждут приказов. Отправляемся. Там покатили. Пора ехать. Зараза, чёртовы мины. Следи за маслом. Втопи на полную. Мехвод, прибавь к газу. Выезжаем. Хотят, чтобы мы взяли точку. Вот эту. Готовы выступать? Захвати сменные стволы. Выходим. Эти газы по нам стреляют. Итак, с фланга заходят сволочи колбасные. Ты ствол. Ты боеприпасы. Вперед. Погнали. Попутчиков не брать. Видны? Ненавижу. Выступаем. Жми сцепление. Вперед. Меняем огневую позицию. Выходим. Пулеметный расчет ждет приказаний. Пора двигаться. Вперед, лентяи! Взводный командный пункт строится. Давай потихоньку. Тормози и глуши мотор. Зеркала, сигнал, поехали. Следуем на новую позицию. Взводный командный пункт успешно построен. Готовы выступать? Ну, взялись, меняем позицию. Очень поганое место. На этот раз как-то раз спасли ваши задницы. Все равно все опять повторится. Собираемся и выходим. Саперный отряд готов вступить в бой. Какова задача? Передислокация. Выступаем. Сегодня мы не очень нравимся. Выдвигаемся. Вы знаете, что делать. Выходим. Забудьте запасные стволы. Меняем огневую позицию. Ждем указать! Покатили! Покатили! Ты ствол! Ты боеприпасы! Вперед! Готовы? Пора немного помаршировать. Вы ведь солдаты, черт возьми! Вам отправлены улучшенные гранаты. Численность отрядов пехоты будет увеличена. Получает улучшенные гранаты. Так, еще одну работу сделали. Гранатометы PIAT и пулеметы БРЭН скоро будут доступны. Так, отправляемся.
отряд пехоты может быть добавлено по одному бойцу. Отряды получили возможность применять PIAT и БРЭН. Приказы, тормози, стоп! Машина на ходу! Скажите, что нам делать? Приказ! Что приказа? Ну, вперед! ВОСП установлен! Кого тут поджарить? Закончу доклад и начнем. На месте, готовы. Домой, Тим. Так, бойцы, вперед. Медикаменты скоро будут. Сообщение принято и понято. Баки полные, боекомплект на борту. Что надо сделать? Ну что, будем делать то, что офицеры называют передислокацией. Вы можете отдавать приказы о строительстве позиций для бофорсов. Поле готово. Надо идти вон туда. Нет, я не знаю зачем. А этот раз хотя бы ничего взрывать не надо. Вашего сигнала. Противотанковые орудия готовы к бою. Простой нам не платят. Ищем бронетехнику. Внимание! Приказы! Значит так, раздать эти припасы тем, кто в них нуждается. Черт, как же... Так, бездельники, пора выдвигаться. Орудие, выдвигаемся! Орудие на передок! Выдвигаемся! Закрепить щит и покатили! Мы готовы! Работа окончена! Саперы ждут новых приказов!
заряжена. Эй, вы, так-то лучше. Протокол... Новички приняли, ребята. Отставить ерунду. На выход. Куда отправляемся? Собираемся и выходим. Потом чай добьете. Ждем новых приказов. Один, два, много. Готово. Еще что прикажете делать дальше? Нет, я не знаю зачем. Ставлю мины. Эй, не лезь под руку. Мины установлены. Смотрим под ноги. Поступил приказ на передислокацию. Этим мы и займемся. Готовим позицию для Бофорса. Готов! Они ее захватывают. Укрепленная позиция атакована. Ждем приказать. Зенит, бегом! Бегом! Шевели ногами! Внимание! Приказы! Готов! Вперед! Противник атакует нашу позицию. Готово открыть огонь! Покатили! Покатили! Работа выполнена! Молч! Бегом! Представьте, что там наливаю! Дайте при... Бегом! Не спать, ленивые ублюдки! Огневые позиции... Так точно. Сообщение принято. Сейчас подлатаю. Кого тут пристрелили? Получили пополнение. Ротный командный пункт строится. К бою готовы. Это саперы. Ремонт окончен. Темно, туда. Шевелись! Черт, ладно, починим. Да? Ну, поехали. Мины! Мы на месте! На не спать! Давай! Как ты вообще сюда попал? Выдвигаемся! Сбавляем скорость и встаем. Скажите, куда стрелять? Если бы я хотел слушать болтов, мы готовы. Я бы пошел в хваленый южный. Ротный командный пункт успешно построен. Королевские саперы закончили ремонт. Готовим позицию для ПТО. Скоро закончим. Выдвигаемся на позицию. Ну, покатили. Передачи не путай, ладно? Жги на газ! Саперов сюда!
огневые позиции готовы к обороне. Только укажите цель. Есть приказ? Минометы готовы поставить дым для прикрытия любой техники, нуждающейся в ремонте. Поднять задницу! Выходим! Расчет Бофорса готов! Саперы ждут приказа. Ремонт закончен. Пора идти. Собирайте скорость. Покатили. Саперы готовы вступить в приказ. Ненавижу! Ставим мины! Марш! Марш! Живее! Вперед! Сейчас же! Транспорт готов к выезду. Саперы готовы. Промойте уши. Перевогнул взят на них. Все показания. Какова задача? Все на борту. Готовы отправляться. Есть приказ? Так-то лучше. Пополнение принято. Сообщение принято и понято. Ну что, будем делать то, что офицеры называют передислокацией. Применять наступательную тактику «Молот». Так, траншея готова и ждет пехоту. Внимание! Оп, лучше, чем могли... У Джерри осталось 300 очков. Сообщение принято и понято. Итак, пора отрабатывать жалование. Ненавижу, Боже. Как только у меня увольнение, так они прут. Я в курсе, что это не продукт. Если пойдут танки, прячьтесь в домах. Это саперы. Ремонт закончен. Итак, прекрасно. Полезай, а то там и зарою. Странцами южанами, что ни в корне не прав. Так, бездельники, пора выдвигаться. Отставить ерунду. На выход. На выход! Саперы потопали, ребята! Ставлю мины. Эй, не лезь под руку! Ну что, покатили? Побереги коробку. Мины! Мы на минном поле! Стой, подожди! Новая задача? Так, бойцы, вперед! Собираемся, пора в дорогу. Орудие готово. Мины установлены. Ну, взялись. На счет три. Вы получили новый танк «Комет». Есть навода. Вы можете применять зажигательные минометы против построек. Вы заслужили еще минку. Что надо делать? Шевели. Надо осмотреться. Давай, вылезай. Отряд потерян. Это еще что за профсоюз?
черт, берегись, мины! Что он, стоять! Стоять, живо! Пора в бой! Позиции готовы к обороне. Куда ехать? Мины! Запёрнем сюда! Можно идти! Готов! Давай уже, трогай! Готов! У Джерри осталось 200 очков. Разрешено чинить любую технику. Отработали дымовыми. Завеса скоро будет. Кого тут пристрелить? На месте, готовы. Скажите, когда и куда? Королевские саперы прибыли. Командир, так? Так, стрелок. Задача уничтожить этот танк. Потом ответим. А нам пробили немецкий танк. Жми давай. Саперов потерян. Экипажи готовы выполнять экстренный ремонт техники. Атаковать быстро! Не забывай, что ты с противотанкового! Вперед, вперед! Следи за маслом! Погнали! Попутчиков не брать! Выдвигаемся! Экипаж! Машина в решето! Мы потеряли универсальный транспорт. Саперное отделение ждет ваших приказов. Это танк. Для него нет преград. Поехали. Уже в пути. Следуем на новую позицию. Пора отправляться. Ну что, вперед. Прибавь газу. Пусть услышишь, что мы идем. Поехали, да побыстрее, это тебе не катафалк. Выдвигаемся, по газам! Тяжелый танк, прямое попадание. Ну, покатили туда. Мы под обстрелом! Подрывники готовы оказать поддержку. Ну, крышка! С
Зажигательные минометы открывают огонь. В том же духе. У них уже 100 очков. Танк Комет готов выступать. Комет на связи. Мы получили лоб. Ну давай, красотка, ты у меня поиграешь. Мы на мин на готовы. Пора в бой. Минометы готовы поставить дым для прикрытия любой техники, нуждающейся в ремонте. Саперы, это саперы. Начинаем ремонт. Приказ понят, ремонтируем. У противника 75 очков. Ждем приказ. Нечего тут красться. Гони как следует. Комет готов выдвигаться. Экипажам разрешено чинить любую технику. Работаем дымовыми по цели. Поехали, да побыстрее, это тебе не катафалк. Ну давай, свинья бронированная, двигай! Ну что, вперед! Докладываю, у противника осталось 50 очков. По нам стреляют! Тяжелый танк на связи. Поехали! Не давайте им передышки! Огонь! Готовы отправлять вперед, сейчас! Мехвод, погнали, быстро! У противника осталось 25 очков. Счет орудия ждет приказаний. Тяжел, уже погнали. Мы под обстрелом, нас готовы отправить. У противника всего 10 очков. Победа близка.